Золотые советские шлягеры по-прежнему живы и не перестают вдохновлять на подвиги новые поколения артистов. Солдат вернется, ты только жди. Суть кавера в том, что лучше, чем оригинал, не сделать никогда. Особенно в случае с Львом Валерьяновичем. Я никогда не смогу сделать так, как он это делает. Но сделать по-своему, это значит переработать материал вообще. Получилось совсем мое, совсем другое. Вот. И, конечно, здесь вот важно было, чтобы стилистика песни, да, такая маршевая, немножко она перешла в рок-н-ролл. Это было непросто, но мы с этим справились. Пускай далеко твой верный друг, любовь на свете сильней разлук. Могли бы вы определить, в чем заключается аура самого Льва Лещенко и хитов, которые он исполняет? Каждый раз, когда мы с ним видимся, он такой: «О, Леша». Сразу, всегда сразу, как будто мы с ним знаем друг друга всю мою жизнь. Это, наверное, его секрет вообще как человека, что он никогда не стал отделяться от людей, которые так дорожат им, так любят его, его музыку, его песни, и вообще всю его жизнь следили за ним. И до сих пор поют, потому что в памяти-то многие. О, да. Та музыка, она рождалась как-то по-другому. Она попадала в людей как-то по-другому, и она уже никогда не уйдет.